короче, анекдот. Встречаются, короче, три сталкера на свалке. У одного глаз выбит, у другого табло все в шрамах, а у третьего пальцев на ногах нет. Ну и, короче, стали спрашивать, у кого откуда вот такая красота. Первый на глаз показывает и говорит: «Это я пацанам хабар зажилил, пришлось отстреливаться». Ну, все так типа уважительно кивают: «Да, класс, молодец». Второй на табло свое тычет: «Это, пацаны, я типа на стаю псевдо-собак нарвался». Все, значит, тоже уважают. Смотрят на третьего, а тут типа растерялся так: «А у тебя с ногой что случилось-то?» «Да, говорит, у пацанов пахал в лагере, так трусы себе свинцовые надел, чтобы импотентом от радиации не стать». «Ну и чё?» «Так резинка лопнула». Не, ну ты чисто комик. Ну ты же уморил в натуре. Я отвечаю. Ну, короче, анекдот. Заходит как-то братан в бар на Скадовске и говорит бороде: «Слышь, браток, бухла мне плесни». А борода ему: «Бокал пива или рюмку водки?» «Ёпт, конечно, бокал водки». Да ты уморил в натуре, я отвечаю. А что я еще слышал? Подъезжают к бару двое сталкеров. Один, значит, такой на распальцованной такой Тойоте со всеми делами, а другой на разбитой вообще в жопу Ниве. Ну, типа, крутой выходит из тачки, видит, тот второй 5 минут дверь захлопнуть не может. Ну, крутой, значит, говорит: «Кореш, ну ты чё паришься? Чё ты стремаешься? Кого? Да тут вообще всегда спокойно. Я вон точила свою и то не закрываю». А мужик ему: «Да типа я тоже не закрывал, знаешь? Так вчера бюреры залезли и на седуху насрали». Ну ты дал чертыла, бля, в натуре. Да, я отвечаю. Короче, типа вот чего. Стоят типа таких два конкретных лоха-сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: «Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали?» «Дали. А что эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют?» «Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Гопак и гоп-стоп – это по-любому не одна и та же шняга». Чертыла, бля, в натуре чертыла. Короче, типа вот чего. Подходит пацан к барыге: «Типа, гранату за 5 надо?» «Чё, бля, ну ты гонишь? Давай! На, держи! А вот за кольцо гони 200!» Ну ты дал чертыла, бля, в натуре, а я отвечаю. Ну, короче, анекдот. Перетирают два кровососа. Один другому такой: «Ты, короче, как на сталкеров охотишься?» Тот ему: «Ну, короче, значит, замечаю сталкера. Потом вокруг него большой круг делаю. Через 5 минут маленький. И только еще через 5 минут нападаю». Первый такой: «Я не понял. Ну а в чем вообще прикол, кореш? Нафига эти круги? Типа ж по-любому можно сразу миска захавать». А второй такой: «Типа не, брателла, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать». Не, ну ты чисто комик, ну ты вообще. Ну ты вообще. А чё я еще слышал? Решил, значит, контролер слепого пса намострячить на задних лапах чапать. А зомбарь, значит, рядом стоит и, короче, прикалывается: «Типа ты завязывай, все равно хрен у тебя чё выйдет». А контролер ему и говорит: «Закрой хлебало, ты, сталкер долбанный, тоже, походу, не особо слушался». Чертыла! Ну ты дал чертыла вообще, бля. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Один кореш спрашивает другого: «Слышишь, а ты чё в зону попёрся?» «Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться». Он: «Тю,
А в ментовку за шо попал? Да не за шо, ну остановили, как обычно. И все им не так, номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом, пьяный, с 5 спалами в багажнике. Ну и шо? Ну ты дал чертыла, бля, в натуре. А я отвечаю. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Едут, короче, на бэхе по зоне реальные пацаны. Ну, значит, типа остановились отлить. Только зажурчали, тут бах, из темноты кровосос такой выскакивает и орёт. Засосу! Пацаны так переглянулись спокойно, говорят, спасибо, конечно, братан, но мы только с окружной. Я тащусь, пацаны! Да ты уморил в натуре, я отвечаю. Ну, короче, анекдот. Два братана сидят, трындят. Один такой: слышь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память что-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так тема. Давай типа танк на спине. Но только чтоб красиво, сечешь. Тот такой: обижаешь, опупенно будет, зуб даю. Проходит 5 минут. Кольчик такой: зашибись, готово. Второй такой: опа, а чё так быстро? А хули, там всего 4 буквы. На, братва, а вот чё я ещё слышал? Идут 3 сталкера и типа понтуются, кто из них круче. Первый, значит, говорит: я крутой, я 3 бандюков завалил. А второй: не, братан, я 100 пудов круче, я 10 замочил. А третий: да ну вы, лохи конкретные, я их 1000 положил. И тут, слышишь, смотрят, идет пацанчик такой усталый, в кожанке такой потертой, что-то насвистывает, типа Владимирский Централ. Сталкеры, опа, выпали на измену и по кустам заныкались. Ну, пацанчик их не заметил, чисто пошел дальше. А они, значит, сидят и типа один говорит: слышите, пацаны, а что это за бздло? Второй: не, ну в натуре бздло, что за дела? А третий: че вы на меня фару вылупили? Это я от ненависти. А, чертыла, в натуре чертыла. Ну че, пацаны, типа анекдот. Слепили, короче, пацаны одного сталкерю живым. Ну и говорят ему: о, типа, тема, будет кому нам паряшу чистить. А он, короче, типа тертый фраер, не засал, и говорит: братва, я ж вам в натуре не 6 какая, не олень рогатый. Давай мне чё почище. Ну, пацаны так перетерли между собой, говорят: да не вопрос, мужик, иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать. Тот так подумал, говорит: я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит? Ну ты дал чертыла, бля, в натуре. А я отвечаю. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Значит, стоит типа сталкер у перекрестка в зоне и в натуре указатели читает, так будто он читать умеет. Направо, значит, типа аномалии, вперед монстры, налево кабаки и девки. Ну чё, повалился вперед, прикидывая дальше. Не кокнут? Надо типа у бугров будет спросить, что за ужасы такие новые, вообще непонятные. Кабаки и девки. Я тащусь, пацаны! Ну что, типа анекдот. Вернулся лошара-сталкер в зону после того, как дом побывал. Ну и жалуется. Толкнул артефакты, купил тачку, а ее через неделю угнали. Вот, блин, невезуха. А в ментуре ты был? Да был. Сказали, что не они. А, чертыла, бля, в натуре чертыла. Ну, короче, анекдот. Идут, значит, 2 сталкеров через лес. Старый молодому говорит: типа, давай чеши медленно вон к тому дереву. Ну, тот пошел, встал и спрашивает: что дальше? А второй тихо так, походу, спрашивает: у тебя все пучком или как? Да типа пучком. Зашибись! Так и знал, что гнали про эту аномалию.
Ну ты вообще... Тихо, тихо, значит так. Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа, сынок, ты как накрытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, а ни одна сука голимая не поможет. Ну, пацан ей так отписывает, типа, мать, оно и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебейся. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя накрытую отправят. Матушка такая через неделю пишет: «Фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули». А пацан ей так отвечает: «Ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь». Я тащусь, пацаны! Чертыва! Натуре чертыва! Ну чё, типа анекдот. Поцеловались в зоне две точилы. Из одной сталкера вывалили, из другой... Ну, короче, пошли там терки, разборки, махалово. А контролер на нычке сидит и лыбу давит. Зашибись! Ща поляна накроется, не стыдно и братанов в гости позвать. На, братва, а вот что я еще слышал? Типа идет шоу «Где, когда», ведущий такой: «А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован». Вован появляется на экране, ряха такая: «Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдал, сука. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдал, сука. Неделю назад он занял всего 1,5, но тоже, сука, гребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос: кто, сука, лежит в черном ящике?» На, братва, а вот что я еще слышал? К Бадяну, когда он еще малолетка был, типа фея подвалила. Ну и гутарит: «Я либо мозги тебе дам по жизни, вообще чумовые, и память такую, блин, как у ботана в натуре, либо ты будешь правильным пацаном при делах». Ну я его типа спрашиваю: «Ну чё?» А он мне: «Ну чё-чё, а я не помню чё». Не, ну ты чисто комик, ну ты вообще, ну ты вообще... Тихо, тихо, значит так. Встречаются 2 пацана в зоне. Один другому говорит: «Клёво у тебя шапка, крыса?» А тот ему в бошку: «Еба!» За крысу, сука, ответил. Ну чё, типа анекдот. Встречаются, короче, в зоне 2 нарика. Один другого спрашивает: «Слышь, брателла, у тебя есть чем догнаться?» «Говно вопрос! Мне тут один барыга такую мощную штуку подогнал, ну вообще! Круто! А она быстро вставляет! За 5 секунд! Фига себе! А сильно гребет! Да полный отрыв башки! Слышь, а как называется? Граната!» Ну ты дал, чертыла, в натуре, да, я отвечаю.